Привет, дорогие друзья, вы на канале Крипто Бэйби. Давно что-то я не показывала вам, собственно, изменения по QT, но у них есть шикарные новости. Собственно, один из продуктов QChain, такой как Magic Lotto, и появился токен QMGT, это, собственно, сам токен Magic Lotto. Magic Lotto будет также работать у нас на QDT. Вы не упускайте свой шанс, присаживайтесь поудобнее, и мы будем с вами, собственно, разбираться, что мы с этого можем поиметь, а с этого можем поиметь достаточно неплохо. Кто не видел, я уже делала обзор на Magic Lotto, можете ознакомиться, и сегодня мы с вами поговорим, собственно, о новом токене QMGT. Собственно, у нас совсем скоро начнется пресейл. Время проведения у нас 27.09.2022 года, то есть это совсем скоро, на момент записи видео через 14 часов 51 минуту. То есть и цена у нас будет по 5 центов. Собственно, второй раунд предпродажи у нас будет уже по другой цене, в ваших интересах, так сказать, если вы, конечно же, хотите на этом заработать и подняться. В ваших интересах, конечно, все-таки попасть в первый уровень, приобрести QMGT и поймать с этим много привилегий. Собственно, у нас есть раунды пресейлов и изменение цены во время токен сейла. Собственно, цена у нас будет меняться. И перед самым листингом она у нас уже будет по 27 центов. То есть достаточно приличный подъем. И на листинге она, естественно, может подняться еще в 2, а то и в 3 раза. Также у нас есть распределение токенов. Собственно, и токены предназначены для ICO в том числе. На маркетинг у нас 12,5%, в ликвидности у нас 15%, также на airdrop 5%, на команду 12,5%, значит, на партнеров 5%, также на приватные и публичные продажи. На приватную 8%, на публичную 37%. Собственно, QMGT – это ваш выбор. Это ваш выбор, собственно, быть победителем вместе с QMGT. Так сказать, вытянуть свой счастливый билет в эту жизнь. Собственно, вы можете ознакомиться с такими моментами, что те, кто будут обладать токенами QMGT, будут иметь привилегии. Это будет отдельная, специальная, эксклюзивная лотерея для токенов Magic Lotto с призовым фондом в 1 миллион долларов. Также это будет, собственно, можно будет застейкать. Один месяц это будет стандартное распределение стейкинга. Если на 3 месяца, то у вас уже будет плюс 25%, и на 6 месяцев плюс 50% к стандартному распределению. Общее количество токенов у нас 100 миллионов токенов QMGT. От всех купленных билетов один раз в месяц распределяется 33%, там 33% при команде разработчиков, и 66% с лишним процентов это держателям на пул стейкинга, те, которые, естественно, застейкили не меньше 10 токенов QMGT. То есть, естественно, у нас также есть команда, можете ознакомиться, отличные ребята, я думаю, они нас не подведут. Также хотела вам показать, собственно, документацию. Естественно, собственно, все по Magic Lotto. Здесь у нас есть интересная предыстория. Вы можете ознакомиться, собственно, на самом деле интересно все на русском языке. Это очень-очень удобно. Также есть у нас, собственно, график роста пользователей сети интернет и многие интересные моменты. И даже график роста мирового лотерейного рынка. Здесь у нас, как видите, мировая статистика гласит, здесь у нас самые играющие, собственно, страны, которые тратят определенное количество денег в год на лотереи. Самая играющая у нас страна – это США, самая азартная. Также есть проблемы рынка здесь и многое-многое другое.
Собственно, преимущества Magic Loot, я вам их уже рассказывала, это 100% честная игра, отсутствие мошенничества, анонимность игроков, масштабируемая система, нет издержек и комиссий, это мгновенный выигрыш и самая доступная игра, широкая аудитория игроков. Также вы сможете, собственно, окунуться в мир лотереи, заработать, застейкать, в общем, еще и выиграть. Собственно, у нас приватный раунд, это секретная продажа для первых инвесторов, как вы видите. И, естественно, у нас будет начальная цена по 5 центов. Следующая цена у нас уже будет на публичный раунд, это 13 центов. То есть, как бы, разница конкретная за один токен. Также у нас есть распределение токенов, я вам уже показывала, и, собственно, сама ценовая модель. За один QMGT 5 центов начиная, дальше у нас будет по 13 центов, и на окончании публичного раунда, то есть будет у нас от 13 центов и до 27 на окончание публичного раунда, до 27 центов. А влезть сюда можно всего с 5 центов и, естественно, приумножиться уже здесь. А на листинге можно вообще взлететь. Также, собственно, это джекпот миллионы, о котором я вам говорила. И сам стейкинг. Естественно, здесь очень много интересных моментов, с которыми вы можете ознакомиться. Значит, есть партнерская программа, что очень важно. Вы получаете дополнительный процент от суммы покупки токенов, приглашенных, собственно, вами. И по первой линии вы будете получать 15% дохода в зависимости от того, сколько будет куплено приглашенными вами. По второй линии 10% и по третьей 5%. Это очень удобно и очень выгодно. Также Magic Loto – это ваш бизнес, и вы можете познакомиться, почему. Это захватывающее ощущение, не только честная игра. Также это вкусный маркетинг и мощная мотивация для действий. Значит, собственно, есть виды доходов Magic Loto. Это, собственно, клиентский бонус от покупки билетов. Естественно, я говорила уже об этом. И кто будет покупать билеты, вы будете получать 5% от первой линии, если приглашенный вами, от второй линии 3% и от третьего уровня уже 2%. И, естественно, бонусы от их же выигрышей, включая джекпоты, такие же. Естественно, у нас есть распределение денежных средств, это 60% это выигрышный фонд, 10% это фонд развития и продвижения Magic Loto, 10% это у нас идет на партнерскую программу, и 20% это программа стейкинга. Также вы можете представить себе такой момент, что тот, кого вы пригласите, может запросто по вашей реферальной ссылке выиграть джекпот в размере 3 миллионов долларов. Естественно, смарт-контракт инициирует выплату, где вам, как пригласившему этого друга победителя, моментально начисляется 5%, а это ни много ни мало, но 150 тысяч долларов, так что имейте это в виду. Естественно, есть система выплат, можно ознакомиться, также уровень приглашенного и примерно сколько вы будете получать. Также хотелось рассказать о том, что, естественно, у них будет свой DEX сразу же после окончания публичной продажи. Будет свой DEX, естественно, это будет новый успех, новые возможности, где вы сможете, естественно, продавать, покупать Magic Loto. А пока я все ссылки оставлю в описании, и также будут листиться на централизованной бирже, то есть на CEX. Что ж, я могу сказать, что это просто невероятная идея, по крайней мере, мне нравится, и я жду. Есть, конечно же, группа самого Magic Loto. Можете присоединиться и не забывайте о том, что у QChain есть русская группа, где вам смогут помочь ответить на все ваши вопросы. Что ж,
Это просто супер, это бомба. Ждем. Я вам всем желаю удачи вместе с Magic Lotto. И, конечно же, всем вам взрывного, обалденного настроения. Ну а мне ставьте лайки, дизлайки, обязательно пишите комментарии и не забывайте подписаться на мой канал. Всем пока!